Привет, меня зовут Ася. Добро пожаловать в мой канал. Вообще-то в моем канале вы можете видеть, я разговариваю чаще на турецком, на корейском или на английском. Давайте первым начнем, как я знаю русский язык и почему у меня такой акцент нехороший. Мой папа турк, а мама половина узбечка, половина русская. Я родилась в Узбекистане, в Ташкенте. Я там жила 14 лет, 15 лет. Потом мы переехали в Турцию, потом я сюда, в Корею. Учиться для университета. Скажите, у тебя мама русская, ты родилась в Узбекистане, но почему у тебя такая акцент? Когда я жила в Узбекистане, конечно, у меня русский язык был хорошо, у меня друзья, подружки были русские, узбечки, мы разговаривали на русском, на узбекском, а турецкий язык я использовала в школе. Потом, мы когда приехали в Турцию, вот в Турции у меня все друзья, подружки стали турки, турчанки. Мама моя знает турецкий язык, бабуля знает, дядя знает, не так хорошо, но все равно знает. За это мы начали разговаривать на турецком языке чаще, и я начала забывать русский язык. Не так забывать, но уже у меня акцент, я не могу сразу вспомнить эти слова. В Инстаграме люди спрашивают, о, какие языки ты языков знаешь? Я говорю, вот русский язык, туда-сюда, туда-сюда. Они хоть слышат мой русский язык, как я разговариваю на русском. За этого давайте я сделаю макияж, поразговариваю на русском. Сейчас мы будем делать макияж. Проблема здесь, я не знаю все макияж, это как называется. Я вот знаю помада, что там? Все, помада. Тона? Не. Помада и хайлайтер, да. Не знаю, короче, я сюда транслейт сделала, транслейт открыла в мой компьютер, я буду смотреть этот кияж, как его, как называется, я все не знаю имя, помаду, что, еще не знаю, что ли? Вот, биби-крем, на русском тоже биби-крем. Давайте начнем. Я покрасила свои волосы еще один раз, потому что начала чуть-чуть становиться вот коричневой, попробую черный из-за этого. Вчера я еще один раз покрасила, и это черный. Я все бейс крема все сделала. Мы начнем сразу. Где у меня этот консилер? Да, на русском будет консилер. У меня этот, как вы знаете, Rose Israel. За этого у меня чоки. Да, чоки красные. Вот эта неделя у меня был экзамен, я еще работала, за это у меня что-то стресса много было. Когда у меня стресс, у меня вот лицо больше красное становится. Будем макияж делать и разговаривать. Не знаю, что поразговаривать. Смотрите, я это макияж сделала после долгого времени. Дома была или работала, но когда я иду работаю, макияж не делаю, там маску же мы. Надо же маску же одевать. И все. Куда мне макияж делать? У меня 5 января мой день рождения. Ну, за корону мы не сможем встретиться, нельзя. За этого рождения я тяну черную, потому что я покрасила, и здесь мне черное еще не ушло. Я с тяном будем делать дейт, и будем, я буду, вот тогда я думаю, сделаю. Не думаю я, точно я буду делать влог. Я когда вот у меня будет время, я думаю встречаться с моими подружками, друзьями. Посмотрим. Наконец-то этот год заканчивается. Наконец-то. Я чувствую, как вот этот год было ничего. Мы один год прожили и мусор. Как вам мои новые волосы? Вам нравится? Мне свои волосы этот темный коричневый. Я всегда хотела быть блондинка. Такое блондинка? Не блондинка, давай скажем. Я всегда хотела свои волосы светлее. Сделала, сама себе дома делала. Потом, когда я в Турцию поехала, дорого было, но все равно пошла, я свои волосы сделала, и мне очень нравилось. Но проблема, как-то вот светлые волосы, когда они вот так выпадают, и здесь начинаются такие, оранжевый свет так начинается, и мне это не нравится. Не нравится. Надо всегда этот покрасить туда-сюда. Мне уже трудно краситься, еще у меня волосы немного. Я только хочу один цвет в мои волосы. Это давай черные сделаем. Еще у меня эта кожа такая белая. Поэтому я подумала, если я сделаю черный цвет, это мне пойдет. И мне нравится. Вообще, что это такое? Что это на... Нет, что это такое на русском языке? Мешок? Нет, ничего, мешок. Не знаю, как сказать. Ну, вам видно, да?
не могу спать, не сплю, потом встаю рано, делать уроки, там репорты, блин, писать. А можно сказать на YouTube, блин? Не думаю. Извините меня. Да мне здесь... Мне здесь черно, да? Черная еще не ушла. Сама себя красила вчера. Как будто кто-то мне ударил здесь, видно? Не хотят. Вы знаете, вот знаете ли на русском языке, давайте тогда я чуть-чуть поразговариваю, как я жила в Узбекистане. А волосы так мне нравятся. Черные глаза. Вспоминаю и умираю. Черные глаза. Правильно? Черные глаза было, что ли? Зеленые глаза. Нет. Черные глаза, вспоминаю и умираю. Черные глаза, вспоминаю, умираю. Черные глаза, я только тебе. Когда я была маленькая, я любила Дима Билан. Вообще любила. Из турков певец я любила Таркан. Русский певец я любила Дима Билан. Believe me, na-na-na-na-na-na. Он же Eurovision пошел, он же Eurovision был первый, туда-сюда, туда-сюда. Вот я не знаю, что сказать, и говорю туда-сюда. Мне нравилось, еще нравится, но я люблю Дима Билан. Не знаю, что сейчас он делает, но я его обожала. Я помню, тогда вообще, я еще тогда я смотрела, как его, Vampire Diaries. На русском не знаю уже, Vampire Diaries. Но когда я смотрела Vampire Diaries, тогда... Вы знаете, это Дэймон, Иэн Сомерхолдер. Вот Иэн Сомерхолдер, вот он вас. Вот Иэн Сомерхолдер. Был его, этот Дима Билан, там в клипе он был, в клипе. Когда я это увидела, о боже мой, там Дима Билан и Иэн Сомерхолдер. Я все любила тот клип. У меня тем узбекский язык, русский язык, лучше. Не верите, да? Потому что, когда я жила в Узбекистане, там была у нас один турецкий школа, только один. А, нет, давайте начнем детский сад. Я пошла в детский сад в Узбекистане. Я... Три детский сад, что ли, я пошла? Помню, три или два. Один был узбекский детский сад, один был русский. Думаю, два русский детский сад и один узбекский детский сад. Я не ходила в турецкий. А в школу я начала в турецкой школе. На школе, конечно, мы этот, разговариваем на турецком языке, но вот на улице, как я сказала, друзьями, подружками мы разговариваем на русском языке. Я с узбеком тоже разговариваю на русском языке, потому что русский язык был мне легче. Вот я помню, они мне вот так отвечали на узбекском, я отвечала на русском. Мы вот так разговаривали. Да. Ну, я узбекский все понимаю, конечно. Вот тогда у меня вообще русский язык очень, конечно, было хорошо. Первый язык у меня всегда был турецкий язык, потому что я пошла в турецкая школа, за этого я изучала все по турецкому языке. Вот в Корее тоже у меня вот русские подружки есть, друзья, узбеки. Когда я с ними разговариваю на русском языке, не думаю, я разговариваю на русском языке. Половина по-русскому, половина на узбекском, а на английском, половина на корейском, я думаю. Так микс разговариваю я с ним. Когда вы не используете язык, это очень трудно. Вы забудете, даже вот это ваша mother language. Вот такое mother language. Вспомнила, родной язык. Даже вот я думала, что русский язык и турецкий язык мой родной язык, но уже вот русский все забыла. Турецкий тоже чуть-чуть не забываю, но не так уж хорошо разговариваю. Даже маму, бабулю сказать, да, когда разговариваем, мы должны разговаривать на русском языке. Вот бабуля у меня, когда я в Турцию поехала, моя бабуля, мама Дим. Я ее не называю бабулей, я ее называю мама. Кажется, моя мама называет ее мама же, Вот я это слышала, мама, окей, мама, ты тоже мама. Я называю мою маму, нет, на турецком, а не, ну, мою маму, бабулю, называю маму. Все понятно там? Короче, мама, если я буду говорить мама, это означает моя бабуля. У меня черный, а этот коричневый. В Корее нету черный этот. Вот этот. Eyebrow pencil в Корее я не смогла найти черный. Должна, я думаю, пойти в Sephora, что ли. Мне вот волосы черные не было, из-за этого не знаю. Ну да, я должна делать черный цвет, если у меня волосы черные, тогда
Блин, макияж, да, очень долго не делала, я думаю, и это чувствуется, как будто я забыла. Сейчас думаю, как мне глаза сделать. Все, нормально. Хоп, болады. Бумиды, болады. На узбекском теперь. Вот я, у меня в канале есть, как я делаю макияж. Ну, это не означает, что я мейкап-артист. Я сама мейкап не знаю, просто вам покажу, как я делаю мейкап. Чтобы вы не делали такой мейкап. Я не мейкап-артист, но мне нравится это делать, как бы мейкап-видеос. Видео на русском видео. Вот мне нравится делать мейкап видео. Видео. Блин. Извините меня, пожалуйста. Сейчас будет заиграть. Ася, ты сказала, ты знаешь русский язык. Ну, у тебя почему такой плохой русский язык? Я вам рассказала все. Почему мне плохо? Почему мне трудно? Тогда давайте со мной делать практику. Давайте сделаем айлайнер. Я еще хочу купить айлайнер не черный, а этот коричневый тоже. Сделать айлайнер? Вот такой сделать? Не знаю, короче. Давайте. Давайте. Я думаю покупать новую камеру. Если новую камеру куплю, там куплю майк тоже. Микрофон и этот. Микрофон только. Сейчас я буду айлайнер делать. Давайте не будем разговаривать. Айлайнер, все. Не хочу закончить это видео, потому что когда видео закончится, я должна пойти и сделать мои уроки. Еще не закончилось. У нас уроки. Вот не знаю, что сказать уже, что рассказать. Я сказала, дома была и работала, все. Ничего лишнего у меня там. Ничего нету, что рассказать. Я думаю, глаза уже все. Все чуть-чуть сделаю. Я еще не делала лицо. Вот этот. Шейдинг. Еще я в Корее не могу найти помаду для меня. Для этого надо тоже Sephora. Вот Sephora не везде в Корее. Из-за этого трудно мне идти. Мне лень. Вот этот черный, что мне делают? А там чоки. Вот это мне нравится, ну смотри, поломалось. Не знаю, как использовать это уже. Надо новый купить. Выпадает. И хайлайтер нам. Хайлайтер на русском будет хайлайтер. Я же говорю, я знаю. Макияж мне, вот хайлайтер это этот point. Хайлайтер не макияж, не макияж. Все примерно. Вот помада. Я не знаю, что покрасить. Вот помада, вот этот макияжем, какой помада идет, не знаю. Такое есть. Вот когда выглядит, пойдет. Ну, розовая. Мне не нравится розовая. Вот в красный есть. Мне красный будет too much. Не, розовый. Не нравится мне розовый. Или красный что-то сделать. Вот так вот. Я думаю, это нормально. Нет? Что вы думаете? Все, как вам? Понравилось? Ну, пойдет. Вот мне помада не нравится. Что-то помады надо что-то сделать. Хочу такую помаду, чтобы было нюд. Вот макияж закончилось. Ну, сегодняшнее видео не было, а макияжем было, как я разговариваю русский язык. Ужасно. Из 10 поинтов я себе дам 7. Не, я думаю 6. Ну, я думаю 7. 7 будет нормально. Просто скажу пока-пока. Увидимся. Bye.